территорию, Жигулского монастыря. Ну, а проехав еще пару минуток, у нас впереди будет достаточно такой большой перекресток. И за этим перекрестком с правой стороны будет пустое поле. Это будет уже городской район, который называется Белая гора. Тоже это название деревни, которая в давние времена далеко на Праге тогда была. А именно на Белой горе, на том самом поле, которое через пару минут справа видит. В 1621 году произошла историческая революция. Вам не верить. Вдали, с правой стороны, на одной из гор, отсюда, когда нормальная видимость, просматривается башня Диана, та смотровая площадка. Не знаю, если во время такой погоды, с такой видимостью, есть туда смысл вам подниматься. Вы далеко не увидите, деньги потратите, время тоже. Поэтому, наверное, сегодня на Диану нет смысла подниматься. Но в каждом случае я покажу, где она находится, вы посмотрите. Потому что отсюда она уже видна, но мы сейчас еще ближе немножечко подъедем. Будет нам виден и Гранд Отель Империал, один из двух Гранд Отелей. Вот тут будем начинать прогулку, Империал увидим. Правда, не так давно Империал прошел реконструкцию и реставрацию, и ему после реконструкции дали почему-то по непонятным мне причинам 4 звезды всего. Наверное, фены не той модели завезли, которую заказывали. Очень хороший отель, а хорошим тем, что, помните, тот старый анекдот, раздевалка через дорогу, баня. Так вот здесь нет, здесь все в одном комплексе. Лечебные корпуса, жилые, рестораны, спортивный комплекс. То есть все сосредоточено в одном месте, очень удачно, очень хорошо для отдыха. А поскольку Империал находится на горе, он как бы как такой рыцарь. Что с ней? Что с ней? С ней, господин. Входит весь. Так, это ужас Карловых Вар номер. Пусть будет один. Гостиница Термаль, за которую люди получили премию от нашего Сталина. Ну, 2 года назад была ее реконструкция. Ну, не скажу, что она чем-то. Илюш, ну куда вы пошли? Очень хорошо отличается. Так, панорама набережной Карловых Вар. 80% русские. Значит, мы как дома. Так, Змеиная галерея. Самый холодный источник в Карловых Варах. Температура 35 градусов. А он находится в конце вот этой колоннады. Так, источник свободы. Самый опасный источник увлекаться не стоит водичкой. Один стаканчик, полчаса, и дело сделано. Thank you.
Это галерея, которая также является чудовищным строением карловых вар под номером 2. Каждую секунду вот здесь размещен фонтан, гейзер, мед горячей водой. Вот купол, тут он возвышается совсем, и видно изнутри. Вот они сами карловые вары. Вот. Все еще строят. Там, кстати, там здесь кран. Это купил русский, на соотечественный. Соотечественник, который отремонтировал, ты знаешь, там будет новый торговый центр. Вот этот дом как раз выкупил наш русский меценат. Вот их местный театр. Так что вот именно в 1938 году здесь Питер с этого балкона, где городского театра, толкался и имеет зрительную. Так, это местный театр. Здесь проходят различные представления, в которые можете попасть. Так, а на противоположной стороне есть кафе «Золотой слоник», где считается, что проходила съемка знаменитой сцены «12 мгновений весны» и фильма со Штирлицем. Но все это не так. Домик есть, есть, но снимался этот фильм в Риге. Вот это кафе «Элефант». Вот на балкончике можно увидеть золотого, красивого Соника. Это променад, можно гулять, магазинчиков.